лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Когда ты голоден или страстью одолим, и держишь с дьяволом святую битву, когда весь мир к тебе неумолим, ты повторяй Иисусову молитву. Когда земля уходит из-под ног, и небо мрачной тучею закрыто, ты помни лишь о том, что с нами Бог, и повторяй Иисусову молитву. А если ты дорогу потерял, и ноги у тебя до крови сбиты, проси у Господа, чтоб силы дал, и повторяй Иисусову молитву. Когда предателем вдруг станет друг, когда надежды кажутся разбиты, и тишину разрежет сердце стук, спасет тебя Иисусова молитва. А лишь забрежет свет в конце пути, ты не скупись пред Богом на молитву. Молитва может целый мир спасти. Твори всегда Иисусову молитву. Тяжелый груз на своей спине. Крест кровавый нес Иисус по святой земле. Из людского зла ставил голову венок, а Иисус Отца просил за людей, как мог. Горят огни у святых икон, я под куполом стою. Изметнется ввысь колокольный звон, унося мечту мою. А мечта моя, словно белый снег, так прекрасна и чиста, чтобы на земле каждый человек в своем сердце нес Христа. А ему летели вслед камни да слова, и с тех пор немало бед вынесла земля. То мятеж, то катаклизм, то свинцовый дождь. С ним по миру шел фашизм, кровожадный вождь. И горят огни у святых икон, я под куполом стою. И взметнется ввысь колокольный звон, унося мечту мою. А мечта моя, словно белый снег, так прекрасна и чиста, чтобы на земле каждый человек в своем сердце нес Христа. Славил Бога и любил, в жизни ученье нес. Нам любовь свою дарил Божий Сын Христос. Предан был Иуда, и он стал распятием крест. Кровь Отца струилась в нем,
и Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, и горят огни у святых икон. Я под куполом стою, и взметнется ввысь колокольный звон, унося мечту мою. А мечта моя, словно белый снег, так прекрасна и чиста, чтобы на земле каждый человек в своем сердце нес Христа. Господи. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях семейный авторский дуэт «Вечер с Верой». Это Алексей Вечер и Вера Васильева Буглай. Добрый день, уважаемые телезрители. Здравствуйте, дорогие. Спасибо, Господи, вас за такое прекрасное вступление. Вот меня очень впечатлило все это вот стихотворение, которое вы прочитали, там про Иисусову молитву, да? Вот, а что вас подвигло? Это оно написано кем, стихотворение? И... Оно написано мной и написано в болезни. Вот Господь мне послал в болезни самые лучшие стихотворения вообще, которые были написаны мной, потому что в страданиях, в общем-то, открывается Дух Божий и Господь. Я лежала 3 месяца в болезни, и всегда у меня была бумажка в изголовье и ручка, и я записывала все мысли. И когда прочитала потом, когда стало уже легче, вот пособоровалась, исцелилась после соборования, я даже удивлялась, как вообще рождаются такие строки. И я очень благодарна Господу, что Он мне через меня вот так послал донести до людей Божье слово. Иисусова молитва всегда спасает. Угу. То есть через скорбь открывается некое такое творческое пространство, да, где идет переосмысление собственной жизни, и все приоритеты расставляются, да, что для нас самое главное в этой жизни. Все страсти отступают. Абсолютно верно. И причем почему-то в болезни понимаешь, насколько ты близок к Господу и чувствуешь, как ты сильно его любишь. Вот в мирской суете, когда нам ничего не мешает, как говорится, когда мы не болеем, да, мы забываем иногда, да, о Боге, о молитве. А когда ты лежишь в болезни, ты начинаешь думать о том, о чем нужно думать, в общем-то. Спасибо, Господи. Алексей, а вот песня? Ну, а она откуда взялась, эта песня? Ну, эта песня тоже, так скажем, не в легкое время жизни моей была написана. Она мне снилось, так скажем. Угу. Чтобы коротко было понятно, просто снилось. Какой-то определенный тяжелый момент жизни она мне снилась. Я просто видел распятие Христа. Это правда. И ощущал на себе это все. Боли никакой не было, но был какой-то такой леденеющий ужас какой-то. То есть какой-то за Иисуса. И сострадание. Очень, такое, да, такое сильное сострадание было до ужаса. Аж просыпался. Я понял, что надо писать эту песню. Я писал ее. Вот так она была написана. Заснешь, часть увидишь сна, просыпаешься и пишешь. То, что Господь так вот все управил, наверное, вдохновил. Ну и перед тем, как писать песню, я всегда молюсь Господа, спрашиваю, говорю, если нужна такая песня, то, что я вот задумал написать, пусть она рождается, нет, так нет. Ну так и получается, уже черновиков целый мешок, а тех песен не так много, как черновиков готовых. А вы давно поете вместе? Ну, скажем, сколько мы уже? Ну, авторский семейный дуэт родился где-то, наверное, лет 5-4 назад. Да, 4, наверное, 4,5. Там. А до этого? А до этого я тоже писала стихи, но когда я сейчас читаю уже те стихи до того, как познакомилась с Алексеем, когда мы начали
так к храму и к Богу подвигаться, мне просто немножко смешно. Я понимаю, что это была такая тренировка рифмы, рифмования. В общем, те стихи я просто вот так вот жирной чертой отделила от этих стихов, от нынешних. Это дохристианский период. Да, да, то есть да. Вот до того, как мы начали воцерковляться, и потом мы стали... Вот Алексей начали рождаться песни уже православно-патриотические, у меня стихи начали так, такого характера рождаться. Ну, вы знаете, в современном обществе особо такие вещи не слушают, а сейчас эстрадой все заполнено. Как вы решились вот пойти по этому пути? Он же не приносит ни дохода. Иногда приносит. Иногда приносит. Да. Но, видимо, Господу так удобно, потому что я стараюсь все-таки песни эти православные, духовные такие тоже писать в такой современной подаче. Я не всю жизнь пишу православные песни. До этого я писал и шансон, и лирику, и до сих пор пишу. Вот, то есть тебе Господь дал талант, да? Да, ну что и удивительно. И ты пробовал себя в разных амплуа, жанрах. Да, и что удивительно, все время с Богом песни. Даже когда я написал первую песню шансона, вот, в жанре шансона, она тоже с Богом была. И тоже такое как бы поучительное. Это я сейчас обращаю внимание, тогда я не обращал внимания. Тогда я казал, что так и надо, все хорошо, да и вообще как-то так все. Вот, и стараюсь и песни просто в такой современной подаче делать, с хорошей музыкой. Вот если под гитару, то хорошо подать, либо аранжировку хорошую, современную там. И есть сейчас такое понятие, есть и православный рок, есть и православного рока такого направленности, вот как и эта песня «Мечта». Вот она тоже, есть аранжировка, она тоже таком, в роковой такой легкой подаче, такой эстрадной. Есть и другая песня, там тоже вот. Я как, насколько помню, у меня три песни сейчас такой, вот в жанре рока православного. Конечно, я не делаю ударение на рок, а в разных жанрах писать. Но в основном так, чтобы... Чтобы до молодежи донести было они как-то легче, проще. Они легче так вот ее понимают, песню. Духовную православную песню, потому что легче понимают такой вот современной подачи. Я тоже на днях выступал на фестивале «Мир против наркотиков» в юбилейном дворце спорта. Меня уже второй год туда приглашают. И я для того, чтобы найти общий язык с молодежью, я рок-н-ролл придумал. Вот. Лежу раздавленный грехом. И мир не мил, и в горле ком. Но надо встать, и надо жить, бороться, верить и любить. И молодежь это было близко. В конце там нужно всем, значит, пойти в храм. Будем строить Божий храм. Вот в конце рок-н-ролла. Это необычно. Вот священник выходит. Они были, конечно, шокированы. Но потом был такой овации бурные. И после этого грохота рок-групп. То есть это было как, для них как откровение. Как дуновение ветерка. Моя музыка. Хотя пытался тоже что-то на их языке говорить. Но я чувствую, что это необходимо. Надо искать. Вот. Надо искать какие-то возможности говорить с молодежью, приводить их в храм. Мы стараемся искать такие пути, какие-то современные, через песню, чтобы до сердца, до души достучаться. Это красиво должно быть все, да. Красота спасет мир. Ну, сейчас очень даже интересно, вот мы когда первый раз я вот «Мечту» исполнил, да, в таком роковском стиле, и молодежь, рокеры наши гатчинские, с Гатчины, они тоже с машин кричали. Я помню, мы идем такие куда-то с Верой. Они кричат с машин. Вот там, как они там кричат, как это слово? Респект. У них музыканты, это, мы вас знаем, респект. Самые крутые рокеры. Там, да, вы крутой все, рокер, кричат. Православные песни, вот так они есть. Здорово. Это очень даже. А что-нибудь еще исполните, потому что так хочется что-то еще услышать и побольше вас послушать. Ну, давайте мы сейчас вместе с Верой исполним. Одну песню, она называется «Ленинградцем». Патриотическая. Да. Да, патриотическая песня. Освещается жителям блокадного Ленинграда. Пускай она об этом больше может сказать. То, что год 70-летия, 14-й год 70-летия прорыва блокады, полного освобождения. Вот. Но эта песня давно родилась, в общем-то. Но мы ее любим, потому что мы живем в этом краю, и история очень нам дорога. У меня дедушка 4 года в блокаде был связистом, меня тоже это коснулось. Да, и написана она была тоже. Я ее начал писать, говорю, давай попробуй в моем стиле. Ну, несколько, 4 строчки первого куплета. А там она раз попробовала, и оказалось, что вот как будто я сам ее написал. Оказывается, она в основном ее написала. Я только первые 4 строчки написал. Говорю, попробуй. Она раз попробовала, и оказывается... Так же, в таком же стиле сделала.
Ну, вы же муж и жена. Споем, да? Дуэт семейный. Так. Да. Ленинградцам. Ленинградцам, да. Чтоб не пели певцы, не читали поэты, никому так не спеть, книгу не написать, как за тенью годов миг желанной победы дал вам силы терпеть и настойчиво ждать. Вы в холодных домах жгли тетради и книги, и, цепляясь за жизнь, веру свято несли. Голод преодолев, хлеба вкус вы ценили, все прошли до конца, ленинградцы мои. Дорогой жизни вновь и вновь пройдем, свет фары подо льда нам души рвет. О, сколько там героев подо льдом, и память горькая на Ладогу зовет. И от голода падая, вы не вставали, уходили в века. Вы один за одним, гордо и непокорно, Ленинград отстояли. Мы сегодня живыми по ушедшим скорбим. Вспомним и воспоем, мы герои блокады, женщины стариков, повзрослевших детей, тех, что в сороковые провели в блоке ада, 900 самых длинных страшных дней и ночей. Дорогой жизни вновь и вновь пройдем, свет фары подо льда нам души рвет. О, сколько там героев подо льдом, и память горькая на Ладогу зовет. Дорогой жизни вновь и вновь пройдем, свет фары подо льда нам души рвет. О, сколько там героев подо льдом, и память горькая на Ладогу зовет. И память горькая на Ладогу зовет. Нас память горькая на Ладогу зовет. Вот такая песня. Да. Да, светлая память. Видно, что вы неравнодушны и к нашей истории, и по той песне предыдущей, что сейчас у нас такая ситуация, что об этом надо говорить. Это боль наша, то, что происходит на Украине, что надо молиться обязательно. Обязательно молиться. Да, и это такой наш нерв, все переживания. Сейчас все люди, можно сказать, во сне ворочаются и молятся, и это такая переживают. Боль не передать, да. Просто не передать. Как будто это что-то живое разрывается, живая ткань какая-то. Ну, в основном все понимают, я как по своему опыту знаю, и по опыту знакомых многих, когда у края сама стоишь, тогда к Богу обращайся. Вспоминаешь, это вот как даже взять Игоря Талькова, песня «Под Есаул» есть. Там об этом очень четко говорится. Да. Когда человек уже у края стал, когда пришло время, тогда он вспоминает о Боге. Хотя даже порой чувствует, что так не надо, не надо. Говорят ему, сам понимает, а сам делает. А потом, когда к краю подходит, понимает, все, край. Вот. Это острое очень ощущение. Очень острое. Хорошо бы, конечно, все, чтобы это в творчестве отражалось, чтобы это передавать как-то людям. Но тот, кто был на краю, тот поймет, о чем разговор. А кто не был на краю, тот будет готов. Надо готовиться. Да. Обязательно, потому что край всегда будет. Надо предупреждать людей, как, блюдите, как опасно ходите, да.
Да надо просто кричать сейчас вот об этом. Вот этот патриотический дух прививать молодежи всем. Кричать о памяти 40-х годов. Показывать все, что сейчас происходит. Да. Иначе мы просто все умрем как личности. Россияне перестанут существовать, погрязнут, просто умрут. И физически, и духовно. А ну, это очень страшно. Это не хочется, чтобы так было, конечно. Ну, сейчас вот события, то, что происходит в мире, на Украине, все, все понимают же прекрасно, к чему все идет. То есть сейчас самое время как раз вспомнить о Боге, вспомнить о том, где ты живешь, кто ты. Что ты? И зачем ты? Всегда тяжелые времена заставляли обращаться наш народ к Богу. И это... мы же всегда стоим. Да. Нас и топтал монгол, нас враг всегда гнобил, ставил на колени. Немец. Но Россия, она же, у нас люди, все в народе дело, да? В наших вот внутренних... Стержни духовного нашего. Стержнях, да, вы правы. Я тоже хочу спеть одну песню. Вот. Я все время принимаю решение как-то во время это, съемки. Порыв такая, души. Да. Хочется такую спокойную песню спеть. Давайте с удовольствием послушаем. Как хочется жить. Очень проникновенно. Спасибо, Господи. Вот такая необычная песня. Я не могу никому разряду. Хотелось бы побольше, Алексей, услышать у тебя. Спой еще что-нибудь. Ну, пользуясь случаем, сегодня поздравляю Веру с днем рождения. У ней сегодня так случилось. Спасибо, Господи. Господь управил. Я хотел бы спеть песню, которая... Много и блага лет. Духовная. Спасибо, Господи. Духовная песня и о любви. Она была написана. Как раз посвящалась именно ей. Она с Богом, о любви. Называется «Половинки». Когда-нибудь я все смогу и все понять сумею, и всю печаль и боль твою сниму с души, я верю. Своей груди тебя прижму, мою судьбу, мою награду, и вновь скажу, как я люблю, как в первый раз сказал когда-то. Я загляну в твою душу, я загляну в твое сердце, я их покой не нарушу, лишь приоткрою в них дверцы. Твои глаза, как два солнца, как две росинки-слезинки, а губы, словно две розы, как двух сердец-половинки.
тобой расправим гордо свои крылья и воспарим над всей землей, чтоб нашу сказку сделать пылью, и мы увидим целый мир божественно прекрасный. Господь его 7 дней творил для нашего с тобою счастья. Я загляну в твою душу, я загляну в твое сердце, я их покой не нарушу, лишь приоткрою в них дверцы. Твои глаза, как два солнца, как две росинки-слезинки, а губы словно две розы, как двух сердец половинки. Сегодня я тебе дарю слова любви из этой песни, и каждый миг богат творю, что прожили с тобою вместе. И счастлив я, как никогда, с тобою рядом, дорогая. И слава Богу, у меня есть ты, любимая, родная. Я загляну в твою душу, я загляну в твое сердце, я их покой не нарушу, лишь приоткрою в них дверцы. Твои глаза, как два солнца, как две росинки-слезинки, а губы словно две розы, как двух сердец половинки. Дай Бог на все стерпеть, родная, его об этом я так искренно молю. Ты любишь меня очень, я ведь знаю, и я тебя как жизнь свою люблю. Я загляну в твою душу, я загляну в твое сердце, я их покой не нарушу, лишь приоткрою в них дверцы. Твои глаза, как два солнца, как две росинки-слезинки, сердец половинки. Я снова расчувствовалась. Спасибо, Господи. Ну, меня просто сегодня покорили. Я думаю, наших зрителей. Спасибо, Господи. Спасибо, рад был с вами познакомиться. Благодарю Бога за нашу встречу. Телеканал «Союз» тоже, думаю, присоединяется к поздравлениям. Спасибо, Господи. Всего доброго. До свидания. Дорогие телезрители, на этом мы с вами прощаемся. С вами был я, священник Анатолий Першин, ведущий программы «Лаврские встречи» и дуэт «Вечер с Верой». Спасибо, Господи. Боже вам благословение.